У меня сегодня другой ракурс, прям совсем другой, потому что телефон не хочу зарядки снимать. А показываю я что? Что я показываю? Это очень похоже на Купру Крэш. Про Купру я вчера рассказывала. Вот такая вот бархатистая с лица и гладкая с изнанки. Вот прям мне это напоминает Купру, но Крэш тяжеленькая ткань. Не знаю, как назовем на сайте, как это назовем. Очень круто смотрится вот из-за этого замятости. Вот из той же оперы, то полегче. Ну и видите, да, она просвечивает. Такой очень-очень плотный шифон. Это уже Крэш. Черная костюмка. Прям вот такая основательная, тяжеленькая. С одной стороны гладкая. Ну уж не атласная, но гладкая тактильно. А со второй стороны крепкая. И две штуки, которые издалека очень напоминают эко-кожу. Но это тиснение на, ну, не на водолазе, но на трикотажном полотне, которое хорошо тянется по утку и по долевой, даже чуть-чуть, ну, не по утку, уж у трикотажа нет утка, поперек полотна, вдоль полотна тоже тянется. И вот видите, да, такое тиснение. Вдавленные полосочки очень напоминают эту кожу. Довольно плотная. Плотная такое. Два цвета на данный момент я вижу у меня. Бордо и очень красивая оливка. Очень красивая оливка. Ну, согласитесь, эта кожа напоминает, да. И плотная, держит форму хорошо. На срезе где-то миллиметр есть точно. Вот прямо точно, приточно. Не смотрите, что на просвет, там, потому что у меня сзади очень светло, а на свете по факту нет. Это очень плотная ткань. Так, что еще вам показать? Сейчас, подождите-ка. Пришли нам турецкие трикотажи из Иваново. Он думал, а что? В Иваново, да, вот есть турецкие производства. И нам оттуда пришла сегодня ткань. Трикотажные полотна всякие разные. Вот, например, это. Полосы идут. Это футер двунитка. Полосы идут вдоль полотна. Хорошей эластичности, хорошей плотности. Ой, не было у нас такого еще футера двунитки. Вот этот, по-моему, уже выставили на сайт. Двунитка. Крупный принт. Крупный. Изнанка. Такая петля с начесом. Здесь эластана нет, чистый хлоп, вот прям чисто ган. И из того, что увидела ребята, там у ребят лежала оливка, футер, двунитка, оливка. Оливка больше к фисташке, конечно, светлая оливка. Тоже хорошей такой прям плотности. Тянется она по долевой, поперек, ой, вдоль полотна. И очень красивый цвет, очень красивый, по ощущениям качества пени. Ну, вы знаете, да, что мы можем только по ощущениям. У нас нет документов, где было бы написано, что это именно пенье, но со слов производителя это именно так. Футер-двунитка.